В оранжерее ботанического сада цветет и пахнет дивный экзот. Гранат обыкновенный. Глянцевые плотные листья и алые цветы. В прошлом году на этом кусте, а гранат – это именно кустарник, было всего несколько цветов. Обратите внимание, что тут разного типа есть цветки. То есть кувшиноподобные, здесь будут плоды граната. И есть шарообразные, которые как бы являются пустоцветом. 97% таких цветков, как правило, бесплодные. Внешне цветы похожи на маленькую китайскую розу или гибискус. Видовое название, латинское «гранатум», происходит от «гранатус» – зернистый. С этимологией все ясно. Цветет гранат долго, этот уже почти месяц. В естественных условиях цветение длится с начала лета до осени. Созревание плодов не одновременное. Вот. И даже по внешнему виду плоды мало изменяют свою окраску. То есть обычно по зрелости плода определяют по окраске. А окраска, как правило, не меняется. Вот. И трудно угадать, зрелый он или незрелый. В ботаническом саду есть и инжир, буквально усыпан плодами. В природе он растет до 10 метров. В тепличных условиях ему придают форму кустарника. Многие будут говорить, что это действительно какой-то плод и так далее. Но это ошибочное мнение, поскольку это фактически модифицированный участок побега, который вырос вот в виде такую грушеподобную структуру, которая имеет здесь отверстие, прикрытое чешуйками, вот, и внутри полость, в которой поверхность ее выслана как раз цветками. То есть мы реально цветков не видим. А потом невидимы плоды. Они тоже скрыты этой оболочкой. Плоды – это небольшие орешки в диаметре всего 0,5 миллиметра. Именно они хрустят на зубах, когда ешь свежий или вяленый инжир. Это партенокарпик. Это значит, что без семян. То есть не образуются фактически семена, поскольку он не опыляется. Есть такие сорта партенокарпики. И люди уже зимой встречались с партенокарпиком. Например, зимние, так сказать, огурцы, которые выращиваются в теплицах, это тоже партенокарпик, поскольку пчел нет. Вот, и можно получить урожай только именно эти сорта, партенокарпики. Так и здесь. У нас это партенокарпик. За сезон дают два урожая – летом, это в начале июня, и в октябре. Когда плоды созревают, они меняют зеленую окраску на коричнево-фиолетовую, мясистая плодоножка становится мягкой, в воздухе витает ванильный аромат, и сам инжир будто говорит: «Съешь меня?»